Всем привет, меня зовут Сергей Хищенко, я чемпион мира по тайскому боксу и старший тренер клуба Fight Fabric. Сегодня мы с вами разберем один прием. Сегодня я вам покажу финт с акцентированным ударом колена. Выглядит он следующим образом. Сразу объясню, что любой финт подразумевает обманное движение, того движения, с которого вы начинаете этот финт. То есть в данном случае мы сейчас бьем лоу-кик. То есть мы всем видом должны показать, что это лоу-кик. Он должен его увидеть, даже лучше будет, если он заблокируется, поставит блок. Бам. То есть два раза, три ударили амплитудно, четко. И на третий, допустим, мы уже делаем финт. Выдергиваем ногу и сближаемся с коленом. После этого, если акцентированно не попадаете, можно уже дорабатывать в клинч. Скрутили и доработали. Еще раз. Быстро. То есть этот прием также подходит для того, чтобы навязать клинч. Чувствуете с дистанции, не разыгрываете, не переигрываете. В клинч очень трудно с дальней дистанции войти, поэтому мы заходим с финтом. То есть самое главное, еще раз говорю, заставьте его поверить в этот лоу-кик. То есть сделайте его амплитудный, с размаха, с подшагом, чтобы он его увидел. И на второй, на третий уже делайте само основное движение. Само движение перехода от лоу-кика к колену выглядит следующим образом. То есть мы наносим удар и где-то на расстоянии 2/3 этого удара выдергиваем колено. То есть вот он, выдергиваем колено, делаем подшаг и сразу накладываем ручки и наносим колено. Вот в таком режиме. Дальше, я уже говорил, можно схватить за голову и отрабатывать в клинче. То есть, в принципе, самое важное – показать лоу-кик этот, обмануть его и выдернуть ножку правильно. Оп. Очень хороший прием. Я его в повседневной жизни использую, в повседневной жизни не подходит. Очень сильный прием, его используют многие бойцы. Также, когда я выступал, я тоже часто им пользовался. Thank you.